Я заместитель командира роты огневой поддержки, старший лейтенант Дадачко, 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Так как у русских войск уже очень много нашей техники, очень много нашего оружия, трофейного, отобранного, есть возможность им показать, как им пользоваться. На данном столе лежит так называемая шведская муха АТ-4, предназначена для подбития легкобронированной техники противника. Комфортная дальность стрельбы 600 метров. Для начала, чтобы ее использовать, надо выдернуть чеку, вот эту. Потом оттянуть плечевой упор, соответственно, ставить себе на плечевой упор, взять вторую ручку, вытянуть прицелы таким вот образом, максимально быстро, максимально комфортно. И, соответственно, есть затвор. Затвор таким вот образом отодвигается, и по принципу болтового затвора сюда вот задвигается. Потом, когда вы уже видите соответственно цель, знаете ее движение, зажимаете предохранитель, наводитесь точнее и нажимаете спусковой одновременно. То есть этот затвор мы нажимаем до упора максимально, только тогда прицеливаемся, дабы не сбить себе прицел вот этим вот движением. И тогда нажимаем на спусковой. Выстрел можно выкидывать. Молодец, спасибо, Вадим.